Я так мечтаю вернуться к работе. Устроили настоящую охоту на ведьм. Пора. Они пытаются узнать, кто уничтожил старую базу. Солдаты заняли завод по просеиванию песка. Вы можете помочь заложникам? Я пришел помочь. Помогите мне! Давайте выдвигаться, пока свежие силы врага не подошли. Рона, давай!
Мы с тобой, Мейсон! Вперед! Пошли! Мы могли бы попользоваться скаутами СОП. Это как статическое электричество. Только оно может тебя убить. Если понадобится что-то еще, дай мне знать. Теперь дроны дважды подумают, прежде чем соваться. Yeah.
И разодорили же вы с Сэм этих землян. Солдаты сгоняют людей в группы и требуют сознаться, кто устроил засаду на тот патруль. Можете освободить невиновных? Остановимся, пока не освободим Марс. Держитесь. Помогите мне вас развязать. Кто здесь? Сейчас я вас отсюда выведу. Эй, вытащите меня отсюда. Как вы собираетесь выбраться отсюда? Уходить отсюда.
надоело быть жертвой. Нужными инструментами даже самая невозможная задача становится решаемой. А уж после можно выпячивать грудь и рассказывать остальным, какой ты весь. Полного освобождения сектора парка. Но без вас не обойтись. Надеюсь, вы умеете водить. Я вас
учи меня так стрелять! Благодаря вам мы готовы перебраться в пыльник. Это передвижение связано с серьезным риском, поэтому мы хотим, чтобы вы совершили диверсию. Вашей целью станет сенсорное поле сил обороны Земли. Оно расположено к востоку от Паркера. Снесите эти сенсоры, чтобы СОС не смогли отследить передвижение наших грузовиков. Конечно, это привлечет к вам внимание войск СОС. Займите их, пока наши конвои не минуют опасный участок. Колонны готовы! Начинайте атаку! Мейсон, если хотите жить, не вылезайте из грузовика! Мы укрепили его броней! Сегодня мы пришли в поиске взрывчатые вещества для целей, не относящихся к горным работам. Первый сенсор готов. Хорошо. СОС вас заметили. Мы должны выполнить свою работу. Это был третий. У вас все хорошо получается, Мейсон. Продолжайте. На подходе новые солдаты СОС. Выиграйте время, чтобы наши колонны успели добраться до пыльника. Подкрепление уже вышло. Давайте! Если колонна на пути к пыльнику, уничтожьте два оставшихся сенсора, чтобы они не отследили наше движение. Меня вышибло отсюда. Колонны движутся так быстро, как только могут. Ваши личности сейчас установятся на КП. Надо доделать. Мы не можем позволить вам сбежать.
Благодаря. Колонны готовы. Начинайте атаку. Мейсон, если... Хотите жить, не вылезайте из грузовика. Мы укрепили его броней. Первый сенсор готов. Хорошо. СОС вас заметили. Это был третий. У вас все хорошо получается, Мейсон. Продолжайте. На подходе новые солдаты СОС. Выиграйте время, чтобы наши колонны успели добраться до пыльника. Первая колонна на пути к пыльнику. Уничтожьте два оставшихся сенсора, чтобы они не отследили наши движения. Колонны движутся так быстро, как только могут. Мы можем преследовать. Хорошая работа, Мейсон. Нам удалось выбить СОС из сектора Паркер. Однако борьба еще не окончена. Земляне продолжают контролировать большую часть населенных секторов Марса. Но с вашей помощью мы надеемся победить. Командир хочет, чтобы вы сосредоточили свои усилия на пыльнике. Если силы обороны Земли потеряют этот сектор, то лишатся основного источника дохода на Марсе. Удачи!
документы СОС. Найдите курьера и заберите эти документы. Наверное, и есть связной. Я так и помру. Лазутчики повсюду. Будь осторожен, не целься близко. Никогда не замечал. Нам нужна ваша помощь. Помойка. Удалось окружить пулей подозреваемых в террористе. Солдаты попали под обстрел. Но все мятежники были захвачены или уничтожены. Официальные лица СОС отрицают слухи о том, что транспортные средства партизан пересекли границу Паркера и направляются в путь. Людям в этих секторах приходится тяжко. Настаивает на том, что Красная бригада... заперта в Паркере и не может провести подобную операцию скрытно от властей. Также сообщается, что сенсорное поле на востоке Паркера отключен. Иван, чем ты там занимаешься?
Мы ничего им не сделали. Они собираются истребить нас. Конвой СОС выехал из ветропарка и направился в паркер. Не дай им достичь цели.
колонна не доберется до места назначения. Нужно было валить на землю, пока был шанс. Сегодня в Баркере партизаны уничтожили... Эй, люди! Командир понимает, что делает. Новости Земли сообщают, что сегодня прорвало дамбу на... Отправил на ветряную электростанцию отряд подрывников, но их схватили. Мейсон, вы должны вытащить наших из передряги. Все идет наперекосяк.
Стойте! Все в порядке, я здесь. Одну минутку, сейчас вас развяжу. Мы я можем здесь, добраться сюда, до убежища? На помощь! Заметили курьера СОС с тактическими документами. Отправляйтесь за ним и перехватите документацию. Thank you.
Мы, сэр, солдаты возвели очередную цепь. Вышибить дух из первого встречного солдата. Yeah.
Солдат ЦУ с секретными разведданными в пути. Надо их перехватить. Кажется, я слишком небрежно действовал. Он прибавляет скорости. Слышал, что у СОС беда с новыми рекрутами. Ты теперь у нас человек-армия. Сегодня фанатам и солдатам СОС удалось окружить группу подозреваемых террористов. Солдаты попали в попали под обстрел. Все мятежники были захвачены или уничтожены. Посмотрим, как пришельцы теперь попадают. Были замечены террористы. Оба застрелены при попытке сопротивления арестов. По мере того, как взаимодействие с терраформированием планеты медленно изменяется, ученые адаптируют все больше растений к условиям Марса. Хотя до густых джунглей и синих океанов еще очень далеко, мы постепенно нивелируем разницу. Сопротивление.